Все, мы выбрали фотографии, которые у нас будут стоять на Авито. На главной у нас стоит рабочий стол нашего айфона. Нажимаем «Продолжить» и называем, выбираем название, которое у нас будет стоять на Авито. У меня это iPhone 11, 64 гигабайта. На 64 гигабайта. Вот так вот можно. Нажимаем «Продолжить». Телефоны. Выбираем категорию. У нас категория телефоны. Мы нажимаем «Продолжить». И нужно будет ввести email на... Выбираем категорию телефона, нажимаем «Продолжить». После этого нужно будет ввести email. Если вы не хотите долго что-то печатать, просто вы сможете скопировать, сканировать email, и уже Авито за вас сам его вот сюда вот ведет. Если вы не хотите с этим заморачиваться, у вас всегда приходит в помощь, на помощь коробочка, и на коробочке есть email. Мы этот email списываем. 35 26 07 08 10 4 305. После этого нажимаем «Продолжить». Выбираем наше состояние. Новое. Оригинальной коробки не использовался. Отличное. Нет царапин, вмятин и других дефектов. Хорошее. Есть небольшие дефекты. Удовлетворенное. Рабочий телефон со значительными дефектами. Требует ремонт. Нерабочий телефон, который можно починить или пустить на запчасти. Это такие айфоны, которые, к примеру, заблокированы владельцем. Ну, это уже так, чисто. Кто будет выкладывать, если у кого есть такие айфоны. У меня iPhone в идеальном состоянии. Я нажимаю «Нет царапин, вмятин и других дефектов». Отличное. Нажимаем «Продаю свое». И у меня тут Авито запрашивает характеристики. Производитель iPhone, Apple, iPhone 11, 64, цвет фиолет, оперативная память 4 гигабайта и АКБ 83%. Описываем товар. Давайте, чтобы долго не печатать, я через микрофон скажу. Продается iPhone 11 на 64 гигабайта в идеальном состоянии. Восклицательный знак. Нажимаем, начинаем с нового абзаца. Все функции в исправном состоянии. Восклицательный знак. Face ID работает. Тритон работает. Камеры, динамики и так далее. Все работает. Восклицательный знак. В принципе, на этом этапе вы можете немножко добавить какие-нибудь стикеры. Это не обязательно по желанию, но так ваше объявление будет попадать в топы. Я добавлю стикеры. Пишу «Готово». Такие зелененькие стикеры, яркие, они как бы повышают ваше объявление в топы. Продается iPhone 11 на 64 гигабайта в идеальном состоянии, все функции в исправном состоянии, Face Return, камера, динамики и так далее, все работает. Ага. Что еще? Face Return написали. Что самое главное, пишем. Телефон ни разу не вскрывался. Полный комплект. Комплект. Так, телефон ни разу не скрывался. Не вс. Так. Не вскрывался. Полный комплект. Телефон в отличном состоянии. Запятая. Нам также Авито может порекомендовать
Что можно сюда добавить? Как коробка, наушники. Телефон со дня покупки используется защитным чехлом и защитным стеклом. Ростест, ростест. Есть чек. Есть чек. Угу. Есть чек у меня. Пишем, что отвязан от всех аккаунтов. Чехол в подарок. Обязательно, если вы не пользуетесь данным телефоном, то будьте добры оставить чехол покупателю, да? Ему будет приятно. Вам не сложно. Просто отдать чехол, да? Также указываем то, что все детали в рабочем состоянии, если они реально в рабочем состоянии, любые проверки на месте, без дефектов и других, без сколов и других дефектов. Все, у нас готовое описание. Нажимаем продолжить, выбираем адрес. Я выбираю свой адрес, нажимаем продолжить. Тут Авито хочет нам свои объявления пихнуть, но мы на это не ведемся. И в итоге мы выложили объявление на Авито. Минут через 15 объявление уже будет на Авито. Вот такой был легкий способ. Напишите комментарии, получилось у вас или это, или нет. Продавали ли вы iPhone на Авито или же нет. Пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока.